Друзья мои, всем приветики. Матвейка, поздоровайся со всеми. Скажи всем привет. Всем привет. Ты куда приехал? Я. Ну ты убери бутылку-то, ты кривляешься, балуешься. Приехали, девочки, у нас пришла посылка от подписчицы. Мы приехали получать посылку, отправить посылочку. Ой, пойдем посылку-то получать. Ну возьми его. Или ты остаешься тут? Я хотел остаться, я что-то. Нет, давайте вместе пойдемте. У нас, девочки, сегодня хорошая, замечательная погодка. Цветочки продают. К родительскому дню. Ты куда пошел-то? Я не буду глядеть. Я сам хожу. Сам ходишь? Ногами. Ногами ходит, да. СДЭК. Идем, девочки, в СДЭК. У нас здесь почта. СДЭК недавно появился. Раньше здесь телеграф, Саша, был ведь. Сейчас сделали. Ну что, дорогой сынок? Самостоятельный. Заходи давай. Иди скорее, смотри, какая тебе посылка пришла. У-у-у, какая большая, да? Такая вот посылка огромная. Мы уже, девочки, домой приехали. Сейчас будем распаковывать посылочку от подписчицы нашей. Огромное спасибо. Посылочка. Посылочка маленькая и большая. И большая посылка. Давай, откроем. Виталь, на колонку быстро набирай. Посмотрим, тебе интересно? Интересно? Да. У меня, девочки, эфир был. Женщина написала. И написала, что хотела отправить посылку. И вот посылочка уже у нас. Огромное-огромное спасибо. Подожди, мама сейчас вот здесь уберет вот так вот. И ты посмотришь, конечно, посмотришь. Да. Ой, посылка. Давай. Доставай, да. Что это такое? Все в раз надо. Так. Столько всего много. Подожди, сынок. Дарим вам здоровье. У каждого дня особый вкус. Иван-чай. Царский иван-чай. В сочетании с ароматом имбирь, с ароматным имбирем и целебным лимоном. Мы сейчас все достанем, потом поближе, девочки, покажем. Здесь тоже чай какой-то для женщин. Такой вот чай. Так, тут что? Тут что-то. Тоже, наверное, чай, что ли. Коробочка такая. Какая коробочка? Коробочка. Так, смотри, какие мармеладки. Фигурные, молочные привидения. Давай посмотрим, что тут. Шоколадный, шоколад. Да. Смотри, какой шоколад. Большие такие, две плитки шоколада, да? Надо же. Так, другое что-то, да? Тебе интересно? Интересно. А это что, смотри? Матвейки. Матвейки для воды и морса. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Смотри, какая бутылочка. Поильник. Мы сюда нальем тебе морсик, да? И ты будешь пить. Я не буду ее пить.
Ну, тут много всего, потому что, конечно, другое достанем, да? Так, это у нас натуральный нежный смягчающий крем лосьон для защиты от шелушения и сухой кожи. Детский, наверное. Откроем. Давай вначале все выложим вот так вот, а потом все откроем. А здесь у нас что? Давай-ка посмотрим, что здесь. Ой, что-то красивое. Наверное, это Матвейки. Ой, смотри, какая красивая кепочка. Ну-ка, давай примеряй скорее. Давай. Потом в зеркало посмотришься. Я не хочу кепочку. Ну, давай положим. Потом летом будет, когда тепло, ты будешь носить кепочку. Армивашка скорее, да? Я хочу кушать маме гайки. Потом, давай здесь еще же смотри, сколько всего. Здесь много всего еще. Смотри. Здесь еще что-то. Ой. А смотри, что здесь. Давай сюда пакетики в сторонку будем убирать. Смотри, какая кофточка. Там еще что-то лезет. Смотри, это для кого? Для кого? Для Дианки. Это для Дианки. Ну давай посмотрим дальше. Кофточка для Матвейки это. А здесь еще же. Здесь такая огромная коробка, сынок. Конечно. Ты же любишь играть. Весь конструктор вон валяется. Валяется, домики строит. Ну, что ты еще делал? Город какой-то строил. Здесь смотри, какая огромная прям коробка большая. Ой, надо же. Там смотри. Там смотри, какая машина. Мы потом разберем. Здесь смотри, какой дом можно построить. Спасибо огромное. Надо же. Не будем открывать. Будем открывать. Давай поставим в сторонку еще, покажем, что тут. Посмотрим. Покажем, посмотрим. Так, здесь у нас еще карандаши тебе рисовать. Да. Раскраска, смотри, какая красивая раскраска, да? Будем открывать, да, давай вот здесь положим. И еще, у нас, так, это пакетик сюда. Я хочу открывать. Будешь открывать, не торопись, смотри. Здесь еще что-то есть интересное. Не хватило, девочки, памяти. Пришлось чистить. Не до конца я снимаю. А у нас телефон выключился. Все, почистила память. Снова включаюсь. Марина тут уже с Матвейкой распаковывает. Огромное спасибо Татьяне за посылку. Такая прям... От души посылочка. Спасибо. Спасибо огромное. Матвейка счастлив. Он уже тут... Конструктор, ты любишь. Он уже тут начал распаковывать. Мармеладки попробовал. Ну что, вкусные мармеладки-то? Вкусные мармеладки. Хочу. Что ты хочешь? Я хочу любую мармеладку. Сынок, не балуйся. Веди себя красиво. Чай такой. Это тоже, девочки, чай. Марина чайник поставила. Я говорю, давай заварим свежий чаек, попробуем. Тут вот такой вот чай для женщин с хорошим вкусом. Даже колбаски, палочка. Такая вот брестская, белорусская традиция. Прихваточки. Красота. Огромное-огромное спасибо. Все такое красивое, классное. Ну что? Это что? Марина, помоги ему это. Распечатывай. Человечки там такие. Конструктор такой классный. Ну соберем сейчас. Уберем. Пойдет играть. Ну. Огромное-огромное спасибо нашей подписчице. Привет из Екатеринбурга. Надо же. Ой, какой мне подарок.
Подарок. Что нужно за подарок сказать-то? Спасибо. Ты довольный? Открой мне, я не могу открыть. Матвеечка, тебе понравился подарок? Посылка понравилась тебе? Посылка для Матвейки, да. И кофта такая мягкая, теплая. Кепочка классная. Но она ему хорошо тут регулируется. Вообще. За все огромное спасибо. Чайник у нас закипел. Заварила свежий чаек. Такой вот чай, девочки. Спасибо вам огромное за чай. Обожаю свежезаваренный чаек. Аромат такой прям вообще божественный чай. Колбаску попробовала. Надо же, даже колбаски положили. Спасибо большое. Сейчас будем чаевничать. Чай с шоколадом попробуем. Марина там с Матвейкой играет. Собирает конструктор. Нет, они уже тут конструктором. Играют, занялись. Ну что, интересно тебе, Матвейка? Интересно, да? Он... Что, ему качелю? Качелю строите? О, Матвей, как красиво уже! Зачем, Матвей? Смотри, как надо. Он все мне переделал. Молодец. Ну, тут... Я молодец, мой. Молодец. Тут, а, тут же эти инструкция есть, ага, как по порядку. Инструкция. Я хочу построить этот домик. Не бери, не бери. Мармеладку. Кушай, кушай. Вкусная мармеладка. Ну, вот сейчас руку надо вытирать. Сейчас мама принесет тебе салфеточку. Ой, какая красота тут получается, да? Девочка на качельке качается. Да, Матвейка? Качается девочка на качельке. Тут какие еще варианты есть? Ну-ка посмотрим сейчас вот здесь. Нет, тут нет, тут один вариант. А, просто как собирать, ага, пошагово. Тут вот дом, он дом. Вот на картинке как наделано. Ну, смотри, оно как на картинке получается. Вот она, красота. Вот так вот надо. Он уже и запал руками-то мармеладными. Да я вытрала ему руки. А тут конструктор-то. Ручки мыть надо. Вон мармеладки-то одну упаковку открыли, а вторую я убрала. Говорю, не все за раз. А то за раз. Да? Ой, за раз. Красиво! Ой, как красиво! Нормально. Ну ничего, Ева спит. Евочка там у нас спит. Спит, папка укрыл ее пледиком. Да, Матвейка уже нагулялся. Ну ты довольный подарком-то? Ну смотри, как на картинке. Гуляет он? Это еще наклейки. Там еще наклейки, да? А, вон они, ага. Значит, вот так берем. Наклейки. И клеим. Подожди, подожди, не ломай, Матвей. Не ломай. Он сейчас примонстрячет. Подожди, Марин, наделаю, Марина сейчас доделает тебе, и будет у тебя красиво. Будешь играть. Я буду мармеладку кушать. Ты не объедайся мармеладкой, ладно? Вкусные мармеладки-то. Руку-то. Я только что те руки-то вытрала. Ну нет, они не сильно не липкие у него. Ладно, играйте давайте. Из чайника. Матвейка у нас играет. Спасибо огромное за эмоции. Очень приятно. Я думаю, всем приятно получать подарки. Спасибо огромное. Так что мы сейчас почаевничаем, будем заниматься делами. Беги, Матвейка, скажем пока-пока. Попрощаемся со всеми. Ну, иди. Все, побежал. Полный рот мармеладки ест. Так что я, друзья, на этом с вами прощаюсь. Такое небольшое видео. Спасибо огромное нашей подписчице. Вам всем огромное.
всем нашим дорогим подписчикам. Девчонки, всем огромное спасибо, что вы нас смотрите, что вы нас поддерживаете, пишите комментарии. За все вам огромное спасибо. И до скорых встреч. Пока-пока, друзья. Подписывайтесь. Не забывайте, в описании под видео Виталя оставляет ссылочки на все социальные сети. Заходите, оставайтесь с нами и будете в курсе всех событий. Всем пока-пока.